продолжаем проходить Ведьмака 3. Добрались, плюс, ну, видите, там бегают какие-то черти. Не знаю, сейчас попробуем их валить. Три их там получается. Ну давай, погнали. Ох ты, нахрена себе, туманник. Это будет проблематично. Ну, сейчас он появится там, здесь. Блять, вот так вот, короче, видели, да? Это серьезный противник. Огнем его нельзя, короче. Значит, будем делать этот разум, который затуманивает им. Сейчас его поставим. Хорошо, отгрыз сохранился, иначе бы все сейчас. Туманник, вот тебе и туманник. Зараза такая мощная. Ну. Загрузочка, загрузочка, долго загрузочка идет что-то. Так, вот мы здесь. Так, вот этот нам нужен. Вот этот нам нужен. По-любому. Так, 4 их. Ну да, он один и этих 3. Ну как бы там на 3 может делиться, получается. Вот такая вот история. Давай-ка рубани-ка его. Нет, не получится, не успею. Еще раз. Ну-ка, давай-ка рубани-ка. Давай. Валим, валим. Там один есть, который он сам, а эти как бы как помощники. Давай-ка. Валим, валим, вон он хочет нас словить. Давай, давай. Он главный вот этот большой. Блюдо, посмотри.
сюда подберется. Давай-ка его рубани. Валим, валим. Давай, 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 вали, вали. Давай-ка еще. Вот так вот, один удар и все, трындец. Вот тебе и туманник. Очень-очень опасный противник, короче, вот эти туманники, особенно где-то, если там в пещеру залез, там от них не убежишь. Поэтому, блин, тут надо что-то такое придумать сейчас нам. Будем жечь огнем. Я хочу разобраться с этим туманником по любасу. Если в дверь получится зайти. О! Зашел я. Не могу попасть тут конкретно. Давай-ка сюда перепрыгнем. О! Тут что? Тут ничего. Туманники, вон они. Ну давай тогда вот так. Раз ты, блин. Капец, если сюда зашел. И все на этом. Трындец. Залез называется. Что делать? Сломал там? Да, сломал. Ну. Что я сломал? Ничего не сломал. Ну, давай попробуем сбегать не. Вот так, хорошо. Чё, где они там? Давай, 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 гаси его. Давай сюда, подходи. Собаки, смотри, не хотят сюда идти.
Ныряй. Муха зацепил. Вот ублюдок, ты посмотри, зацепил. Сзади подкрался, короче. Гоним пофиг, вот в чем дело. Я гоню пофиг. Вон он. Иду, по-моему, сюда. Да тише твою мать, куда ты идешь? Давай сюда иди. Все, короче, вот такая вот херня с туманниками.